Ну чё, как? Да вроде нормально. Чё нормально? Тебе хоть раз так совали в башку кулаком? Хорошо, что я вас встретил. Женёк, Женёк, а где твоя тачка? Да я вместо долга отдал. Ой, бля! Чё такое? Да не, ничего. Главное, чтобы он обшивку не снимал. А чё там? А чё там? Там ничего, чё там должно быть? Ничего там нет. Хорош трындеть, поехали уже в центр, развеяться надо, а то один негатив. Центрный вариант сейчас, там пробки. Почему? Футбол сегодня. О, есть идея. Куда? Ладно, ребят, я поехала, пока. Ну все, давай пока. Давай. Слышь, а где твой сверхскоростной брат, а? Мы что, опять в Москве залипнем, что ли? Он-то хорош, смотри, он Воробьёвы горы, он МГУ. Да мне хоть гора Кокоду и Каблуху у подножья. Опа. Парни, смотрите, что у меня есть. Нифига себе, мы что, идем на футбол сегодня? Скорее всего, не идем, а бежим. Причем быстро. А что такое? Понял. Ебать, народу как на похоронах у Брежнева. Женек, слышь, а кто играет? Короче, прикинь, сборная России по футболу. Ну это понятно, что не Уругвай. Я, короче, прикинь, они с Уругваем как раз играют. Слушай, ну мы их по-любому дернем. Смотрите, какие у нас мечта классные, вообще вся команда тут. Пожелай что-нибудь ребятам. Не давай! Давай! Смотри, кто сидит. Это, походу, Антоша. Слушай, а что ты тут делаешь? Хоккей пришел. А что, с кого болеешь? Динамо. Ежаков, тащи! Корсес. Герар Саскес. Ага, Антонио Фагундес и Фабио Капелл. В сериале «Дикая роза», да? Слушай, а наши в какой форме? Ну, я надеюсь, вы отличный. У нас сейчас тренер вообще просто зверь, дикий адвокат из Голландии. Из Голландии? Слушай, а раньше же был этот, Гус. Да, он тоже из Голландии. Мы вообще в России любим Голландию. Взяли, поломали, пацана. Это судья. Почему? Ну, у него такая работа. Ну да. Смотри, доктора вообще. Сейчас они подлечат его, у них есть дефит. Антоша, поехали с нами тусить? Друг что я нашел? Не, ну просто так. Просто так даже Павлюченко себе татухи не бьет, понял? Где револьвер? Я не знаю. Слышь, ты че знаешь, где Валера? Короче, хотите его снова увидеть, сделайте для меня кое-что. А че? О, ну ори, маманщей, я привел товарищей. Здорово! Привет всем! Че, машина готова? Готов полдник за саду, а у меня машина закончена. Ну, почти. Ничего себе, ты резкий! Резкий понос детский, а я оперативный. Ну ты салон там шумку поставил? Ставят бутылку на стол, когда байки травят, а я устанавливаю. Да ты заебал уже! Сборник афоризмов, сделал машину или нет? Че стоите, как два лобай, дайте ворота открою.
Че, и разварки поставил? Короче, шумку не успел сделать. А так, чего дед в сарае валялся? Ты че сам делай, да? Приклеил. Ну, ништяк. Слушай, а че, движок тоже крутой воткнул? Тыкают морячки в распутных пьяных женщин. Во вторник приедешь, я тебе салон и шумку впаяю. Будет бегать быстрее Киржакова. Ну, круто, круто. Ну-ка это, ребятки, проблемка есть одна. Какая? Запаску пришлось тебе Дине отдать на клумбу. А, да это пофиг вообще. Ну, я так подумал. Ну что, догонок тогда? Ну все, бывай, Тём. Бывает вас, Роман, забывает. Аривидерчи, парни. Давай. Ну чё, Антош, мы сделали, что ты просил. Возвращай Валеру. Я спасу этот мир от троллей. Чё? Опять 25, стой!